Приветствую, силачей старой школы. В общем, у меня очередная тренировка. И я продолжаю тестировать двойной бульдог от силачей старой школы. И сейчас тут на нем 70 килограмм. Я собрал все блины, которые у меня есть, кроме одного. Хотя нет, вижу. Все блины человеческого веса, которые у меня есть. Полтинники пока мне не осилят. И, в общем, я сейчас сделал из тонкого гантельного грифа бульдога подобие гири весом 70 килограмм и потихонечку толкаю. Давайте взвесим. Ну, по-моему, 70 килограммовее некуда. Привет соседям. Силачей старой школы, гантельный гриф, тоненькая одна штука. Вот так вот дома можно превратить гантельный гриф в гирю, в наборную гирю любого размера, насколько он позволяет мне, при помощи двойного бульдога от силачей старой школы. Все, спасибо, что вы видите.